Ну что, гайсы, попытка номер два у нас, блядь, да? Я уже не знаю, как говорить. Number two. А, давай тогда направо, Олег, направо. Направо, Олег, направо. О, хорошо, хорошо. Здесь у нас тут достаточно большие объемные домики, и, по-моему, я вспоминаю это место, если это то, если это большие дома. Нет, это не то. Вон, смотри, 2, 4, 5 домов. Да, вот как раз-таки на них высаживаемся, если ты меня видишь. Да, ты рядом со мной, ты меня видишь. Получается, здесь есть еще высотные здания, на которых достаточно топово было бы поснайперить. Я находил такое здание, находил там снайпера, ждал его с дробовиком, но в конечном итоге он почему-то спрыгнул и выжил. Давай, сучечка, давай, прям в дом, блядь, прям в Скарл, давай. Так. Я думаю, что Рику из «Ходячих» надо было сына так назвать, Скарл. Было бы хорошо, да? Ну, Скарл, ну блядь, еще не все прогрузилось. Ты настолько резкий, что текстуры за тобой не успевают. Так, о, М16, да, я нашел бронежилет, я нашел аптечку, я нашел пистолет. Эмочка сразу. Скарл. Белых майках. О, калаш, надо калаш? Голографик, конечно, конечно, забирай. Заходи тогда. Я тут другие дома смотрю. А, окей. Так. Ой, там уже гасится. Опа-па, там уже стрельба идет, да? Да, вот, кстати, в этом доме, по-моему, я как раз тот чувак сам себя избил. Точнее, в этом доме, в этом месте. Хотя они все похожие. Ты лучше, наверное, себе оставь все же калаш, заряди его там и готовься. Я нашел какой-то глушитель. Нахрен мне не упал. Красный коллиматор, ну подбери, мразь. У меня, блядь, места нет нихуя. Не могу коллиматор подобрать, прикинь. Неприятно. Тут в правом доме от тебя будет шлем. А коллиматор кто заберет? Коллиматор, ну, боженька. Ну, я не знаю, на самом деле. Не, шутеечки это заебись, конечно, хорошо. Но коллиматор-то никто не забрал, понимаешь? Пошли. Иди, иди, забери коллиматор, он здесь. Нам понадобится, я тебе уверяю. Так, коллиматорчик. Вот что за патроны я заберу. Бля, 7,62 валяются, я не могу их взять. Ёбаный. Рукоятка. Где он? Коллиматор вот здесь же был вроде. Или нет? Где-то я его видел. А, вот, на кухне, извиняюсь, вот тут вот. Так, на кухне. Вот, коллиматор валяется. Кто-то заряжает дробовик. Кто-то заряжает дробовик? Он показал, что был звук патронов. А, нет, или это я по патронам прошелся. Иди направо, подбери там нужную штуку. Там шлем. И там, по-моему, броня была, либо что-то такое. Этот дом ты еще не успел осмотреть, да, который? Нет. Нет, вот дом сзади, там есть шлем. Я в одиночку здесь не очень люблю ходить. Здесь стрёмное дерьмо, блядь. Тоже, но сейчас пока что мы здесь одни, я только с пистолетом. Судя по звукам, не очень одни мы здесь. Не очень как бы одни, блядь, еще 100 человек таких же. Чё это за хуйня? Сейчас уже, да. У меня вообще ничего нет, прикинь, я со сраным пистолетом. Давай я тебе дам, у меня есть Калашников М16 с патронами. Давай, конечно. Давай, заходи в дом. Бегает себе, я же говорю, возьми коллиматор. А я-то думаю, для чего он мне? Сейчас. Забегай, да, сейчас дам. Патроны-то есть для того? Да, все есть, все есть, не переживай. Все, бегу. Сраный пистолет. А МШК, МК, какие патроны юзает? Сейчас скажу. Скажи. 5,56. Понятно, держи. Дай бог здоровья. Ай. У меня есть голографический, есть коллиматор. На, голографический возьми себе на... Вот, подбери. О, давай. Вот. О, наконец-то, блядь. Все, шлем взял, пошли броню сейчас выдам. Да, давай. Выдам мне порционную пойку. Пайку. По порциям немножечко, чтобы ничего там это не скипать. Так, ладно. Броня должна быть где-то здесь. Двери не забывай закрывать. Ну, я тебе оставил открытые. Было бы некрасиво, если бы закрыл перед носом. Ковры, блядь, растили. Куда ты это самое запопастился? Вот, вот здесь. Справа, Олег. Справа. А, вижу. Че это у нас? Ты что-то бронь подошел? О, потрошки сейчас, потрошки заберу. Так. Вот я на ней стою. Броня. А, блин, а ее хер увидишь. Некоторые подсвечены, некоторые нет. Да, а некоторые проваливаются под текстуры, поэтому не всегда заметны. Все, надо валить. Надо валить, Женек, отсюда. Да, да. Сейчас делать бы еще рюкзак, надо, конечно, в идеале найти. Ну да ладно. Давай-то пойдем. Дверь можно, в принципе, не закрывать.
Мы будем с тобой, знаешь, какие-то форточные маньяки, как в «Один дома». Они там, или дверные маньяки, уже не помню, какие там были. Домушники там. Липкие, да. Они, по-моему, хотели были липкими, еще какими-то там, то ли дверными. Они, да, во второй части были липкими, в первой они были мокрые. Бандиты. А, мокрые. Я думал, типа, двери не закрывать. Пришел, блядь. Незакрываемые дверные бандиты. Ну, кстати, смотри, вот здесь, например, такая топовая ситуация. Ты, кстати, играешь от первого либо от третьего лица? Я по-разному. Ну так, менять. Ты же говорил, менять надо, я и меняю периодически. Ну да, да. Просто чтобы от третьего, например, здесь вот удобнее из-за таких вот укрытий. Слушай, а что это за сооружение средневековое? Я не знаю, типа местный Стоунхендж. Можно попробовать, конечно, осмотреть. Вот какая-то туда падали, есть. Туда падали люди, я видел. Все, пойдем отсюда. Туда падали люди. Там, понимаешь, в развалинах может быть что-то интересное. Да, там, ну, а может уже ничего, конечно, не быть. Может быть только... Можно попробовать заприметить эти развалины в дальнейшем, если попробовать высадиться. Я заметил, где они возле водички. Блин, развалины, она плохо, потому что какая-нибудь крыса зашкерится где-то, хер ты его там увидишь. Да, 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 да. Так обычно я и делаю, чтобы выживать. Я не знаю, я никогда кемперством не занимался. Ни в КС, когда играл. Вот не могу высидеть на месте, понимаешь? В КС я вообще не могу. Но здесь у меня просто есть цель именно победить, хотя бы раз выиграть. И поэтому я бывал по 5, по 10 минут. Ну, понятное дело, не на запись. На запись ты не будешь. Ну да, потому что да. Это совершенно дерьмовый контент будет. Ну, либо потом все это монтировать. А так, когда ты играешь сам по себе, то все люди здесь этим занимаются. Как бы. Все люди это делают. Все люди сидят и кемперят. Все люди это делают. Это не стыдно. Так, смотри, там справа есть еще. Мы с тобой так аккуратно, блядь, обогнули наши эти достопримечательности эпичные, вот эти вот развалины. Да, обязательно потом к ним вернемся. А ты прикинь ночью, если добавить ночной режим? Тут я играл, был дождь. Вот ночной режим не был, но был мрачноватый, был дождик. И шагов вообще не было слышно. Только когда ты заходишь в дом, и то, если повезет. Блин, в тени, конечно, кайфово, реально. В тени тело вижу. Где? Извиняюсь, пардон. Это, понимаешь, некоторые кусты издалека напоминают сидячего с автоматом человека. Да, есть такое. Поэтому дерьмовенько. Так, давай тогда вот здесь вот, смотри, кустики идеальные. Воу, сзади! Сзади, сука! Сзади? Спереди? По-моему, сзади. По-моему, было спереди. Сзади хуярич. Блять! Чертила полосатая. Сверху, так. Сзади нас, по-моему, был. Сзади. Ну ты не двигайся, старайся, попробуй кустики заползти. Значит, скорее всего, умру. Где этот кусок дерьма, блядь? Я вообще не вижу его. За деревом сзади, я же тебе говорю, панки, блядь, какой-то мел бил. Да, за деревом. Мы бежали с тобой с горы, и там было дерево, да. Вот где я умер, там деревья два. Он за одним из них он сидит. А за дальним, либо за ближним? А хуй его знает, по-моему, за дальним. Блядь, ну что такое? Неудачно, да. Так, я попробую в домик забежать. Либо он нас выпасал, либо я не знаю. Да не, я думаю, просто повезло. Смотри, он меня лутать пойдет, у меня же оружие. Ты мог бы вольнуть. Я хочу наверх попробовать подняться и сверху его забрать. Ты видишь меня, да? Да, я тебя вижу, да. Так, хорошо. Я думаю, он уже залутал меня. Не, нет, он сытся двигаться. Я более чем уверен, я знаю таких. О, у тебя хорошая позиция. Притом я вижу даже от первого лица, когда ты играешь. Да? Угу. Клево. То есть полностью как будто наблюдаешь. Ну, как ты вот переключаешь режим? О, Скарл, смотри, валяется. Да, ну я возьму чисто патрончики. Да пойдет лутать меня, пойдет. Куда же он денется? Он был за деревом, точно тебе говорю, сзади, потому что в спину стрелял. В этой игре все нормально в спину стрелять, да? Да, это нормальная ситуация. Да, сбоку убивать тоже нормально, но... Да, он справа обходит тебя. Справа возле дома, возле дерева, близко был очень к тебе. Учти. Да. Он может в дом зайти, учти. Я видел, как тело пробежало. Их двое, наверное, один палит мой труп, а второй идет сзади тебя. Блять. Учти, он в доме уже, наверное. Что я видел его. Притом я никакими читерскими не пользуюсь. Я просто увидел краем глаза, как тело пробежало прямо под домом, а он забегает внутрь сюда. Ну, давай тогда поприветствуем его. К сожалению, я этого не видел. Ну, хорошо, что ты наблюдаешь. Так, шагов я не слышу. Учти, он может не подняться к тебе. Я думаю, поднимется. Ни шагов не слышно. Ладно, умру, только умру, о чем я.
Улутай. Ты же смотришь от третьего лица, попаливаешь, как они там под низом бегают? Вон он, да, это. Справа где-то, блядь, еще черт зашкерен. Сука. Да он. Так, аккуратно. Он сейчас если сзади убьют, ладно, не страшно. Главное вот это вот завалить. А где он, за деревом, что ли? Он за деревом стоит. Да. Если что, быстро переключиться. Скрылся или слева он стал обходить? Шиковое дерьмо, конечно. Вон, ага, сука, а? Он на сталкера похож издалека. В плаще в этом самом. У тебя гранат нет же, да? Долго. Да, я бы закинул. Граната бы хорошо зашла, да. Есть идея. Аккуратно. Да не страшно. Можно на ролике потом посмотреть, да. Пусть ребят тоже глянут. Мне показалось, что я видел, как тело оббегало дом. Второе. Ты хочешь в раж пойти? Да. Так спокойно. Да, хорошо. Пойду в раж. Хули делать? Он здесь был. Угу. Воу! Красиво! Очередняра. Хорошо. Мне нравится твое хладнокровие. Это охуенно. Нет, я бы паниковал. Хотя паника никогда не спасает, блядь. Учти, может быть, еще один. Да, но не страшно, если умру, опять же, тебя нет. Меня можешь залутать. А у тебя было что-то интересное? Да, нарушится патрон, по крайней мере. Блядь, открытая площадка, это пиздец. Да, то вот, конечно, нас отстретили знатно. Я говорю, он сзади ебнул так по-черному, как знаешь, как некрасиво. Да нет, там ничего такого. А, ничего, не надо. Не-не, ты бегай, чего, я посмотрю. Я тоже буду смотреть, так тоже интересно. Ну, давай. Сейчас тогда так, первое лицо поставить на одиночке. И пошли смотреть тогда. Есть там что-то попить. Блюталяющее. Я, получается, твои вторые глаза. Камеру я крутить не могу, поэтому я не вижу тут ничего читерского. Ну, то, что отлично. Видишь ты, то вижу я. Отлично, потому что за подсказки здесь банят. Ага. У меня привилегий никаких нет. То есть я просто такое впечатление, что я сижу за твое место, но за тобой играю вместо тебя, и все. Вот, конечно, если бы я был бы полным дауном, вот я мог бы полчаса здесь сейчас вот здесь сидеть в этих кустах, и я мог бы даже, ну, если и не выиграть, то что-то сделать. Но сидеть я здесь точно не буду. А зачем? Какой смысл? Лучше тренироваться, набивать руку себе, там, умирать, играть, тактику продумывать. Конечно, в домике... Мне показалось реально, что... Я потом посмотрю на ролики. Мне показалось, когда ты смотрел за моим трупом, под домом кто-то был. Как бы пробежал. Ну, такое может быть, потому что я не видел. Может быть, там тень как-то дерево сыграло. Может быть, тоже вариант, понимаешь. Так, ладно, побежали. Че ссаться-то? Не, ссаться нет смысла. Не, ну сейчас, ребят, топовый Скиланыч пошел. 42 человека. Я думаю, что Скиланыч идет где-то с 15, наверное. Играю на максимуме своей возможности. Ну, я так чисто, свой Скиланыч. Но ты его хорошо вырубил, ты знаешь, он так напрямую вышел. Странно, что он замешкал, тебе сыграл на руку. Здесь кто-то был. Но он, по ходу дела, не ожидал, что я там буду, он меня ждал в доме. Думаешь, здесь был кто-то? Прицел четырехкратный. Забирай, можно поставить, кстати, тема. Да. Только рукоять нужна. Даже по Battlefield'у я помню, что нужна рукоять, потому что отдача очень сильная. Рукоять я не очень. Ну, помнишь, в батле оно идет, по-моему, то ли вверх и вправо, то ли вниз и вправо, как-то так. У меня до сих пор показан твой труп. Да, я тоже вижу. Блин, тут охуенное место, смотри. Да. Если была бы оптика, вообще идеально обстреливать, все видно. Ну, как тебе сказать... Оптика практически есть. О-хо-хо-хо, нормально. Но она не такая мощная, конечно. Но можно попробовать здесь покемпирить кого-то, посмотреть. Сейчас чисто, ну, недолго. А попробуй ляг. Попробуй ляг и дуло, чтобы высунулось. А нет, здесь я буду палить вот в эту штуку. Здесь никого не видно, здесь нужно вплотную подкатывать. А да, ты будешь палевно сильно. Хотя на белой крыше ты и так палевный в любом раскладе. Но меня здесь не видно, здесь, как я понял, там максимальная крыша, вот там вот только если... Что? Взрыв справа? Да, я слышу, это садит с этой штуки, с самолетов. Так, ну каких-либо движений я не вижу, если кто-то здесь и есть, там мне показалось. Просто если я вижу людей, я просто иду на них и расстреливаю. Да, верный способ сдохнуть. Либо победить.
Да, да. Хочу, я хочу сделать хотя бы там 2-3 килла за раунд, никого не вижу, и фиг с ними, пойдем. Да, меняем прицел. Можешь бежать в сторону дропа, то есть это стабильно, там одна или две команды пойдет. Вон он. Да, далеко, правда? Не, ну вот я тут не добегу, слишком реально далеко. Ну, мы уже airdrop лутали, поэтому мы имеем представление, что там. Да. Сколько лута, понимаешь? Либо выживалка выходит, либо, блядь, с машинами проблема, либо с глюками, либо нет лута. Я помню, почти во всех выживалках всегда проблема была с лутом. Блин, в этой, по-моему, все идеально. Все идеально, да. То есть они соблюли, если есть, по-моему, есть такое слово. Соблюли. Соблюли, да. Они учли все моменты. Это что, там затоплено слева? Это вода? Да, 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 да. Нихера первый раз такое вижу. Затоп, затопыч. Так вот, соблюли, да? Да, они соблюли все эти нюансы, и как бы лут есть. То есть и тебе, и напарнику хватит, и даже если там что-то потеряешь, можно найти. Да, тут можно в отряде играть. Тут можно, по-моему, до 4 или 5 человек. То есть там есть сквад возможности выбрать. Так, никого. Не, Жень, тихо, ты так не переживай, все нормально здесь. Все тихо. А, уже. Ой, по тебе попали. Да. Сука, блядь, с глушаком еще тварь, понимаешь? Тут вдалеке там жестко садил. Вау! Ой. Ебануться можно. У него снайперка, походу, дело. Походу, да. Беззвучно. Это как меня тогда на первом ролике, тоже так же тихо. Затопленный город, это как в этом. У меня аптечка одна есть. В Warzed было тоже затопленный город. Ох, как он тебя, блядь, садил-то. Жестко, жестко. Угу. О-7-62. Отлично. Пиздец. И хер поймешь же откуда, да? Ну вот да, откуда я вообще он? Не понял. Я тоже не знаю. Ну ладно, я все равно собирался умирать, сейчас поднимусь наверх и попробую его переснайперить. Он палил, вроде бы у него просто был прицел хороший. И глушитель, да. Он что-то продолжает палить. Это, видимо, не по мне уже ляпает. Так, глушитель, это ладно, хрен с ним. О, вот шматье черное, смотри, валяется, по-моему, да? Халатец. Ага, вот. Хорошо. Тогда вот это мы закроем. У тебя резкая сенса, то есть ты резко двигаешься, я, блядь, не успеваю просмотреть в эти моменты. Ну, я так играю, я не могу на маленькой сенсе играть. Вот откуда он стрелял, вообще не понял. Ну, тут смотри, единственный момент понять можно, это по крови, то есть где, с какой стороны она у тебя была, сзади, сбоку, спереди. Она чуть-чуть правее, по-моему, была. Не, ну так его хуй найдешь. Он может быть замаскирован где-то в тени, ты его в жизни, блядь, не увидишь. Может, он пойдет меня рашить? По воде посмотри, может, поизучай со стороны воды, может, где-то сидит. Крыши смотри. Если он снайпер, то на крыше может быть, наверное. Так. Окна, крыши. Я слышу какое-то движение, по-моему, в доме у тебя, нет? Стрелял он точно не отсюда? Нет, я слышу водичку только. Ну ладно, хрен с ним, чё... Я каждый раз говорю, хрен с ним, и... А, подожди, там же крыша, вон она, идеальная. Да. Дверь открыта. Дверь открыта, да-да-да. Там кто-то есть. Давай смотреть. Кто кого. Черт, меня дери, а. Машина стоит аккуратно. Там никого не видно. Крыша. Если он есть, то он может быть за листвой. А вот листва это, к сожалению, не убирается. И вот... Не переснайпери. Ладно, пошли. Пойдем так. Ну как, блядь? Ну, неужели? Ляпнул. Он точно должен быть на той крыше? Это точно, блядь. Ну, потому что так попасть в тебя, когда ты выходишь с этой двери, может только тот, кто прямо находится. Пиздец. Он правее, он также оттуда может попасть. Что-то он, да, жесткий парень. Что-то прям вообще именно снайпер. Я вообще не понимаю, откуда. Сейчас, ладно. Ну, ты уходил, он попал в тебя либо с крыши, либо снизу где-то. Там где-то с той стороны. Ты хилишь? Ну, сейчас. Да, я хиляю, сейчас я пойду зарашу его. Пора уже заканчивать это дерьмо и переходить к следующей. Так, я бы уже, конечно, давно... Да, в одиночку тут, конечно. Опять ляпает. Опять стреляет? Крыса, блядь. Ну, это не должен он по мне стрелять, но это точно не по мне. Справа где-то? Да, я пошел на выстрел. Надо же контент. Ты будешь плавать здесь сейчас? Ну, я не могу плавать, я могу только бежать. Черт, круто смотрится. Подожди, на это попробует забраться. Вау, 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 по тебе. Да. По воде прям. Прям по тебе, блядь. Он тебя, знаешь, вот пасет, как не знаю. Да.
Ну, меня увидел, он все, не хочет отпускать. Чует цель. Подойди к двери и в НВ посмотри аккуратно. Может, сейчас я подытываюсь. Вообще не понимаю, вот серьезно, вот хоть убей, не понимает, куда стреляет. Может быть, там откуда-то? Крыши пали. Может, это читак? Нет, читер бы тебя уже снес давно. Ну, кстати, да, да, они там достаточно активно расстреливают. Бля, это так больно. Ты идешь, и он по стопам твоим, понимаешь, блин? Хер поймешь же, где он. Да. Так, коллиматор. Здесь кто-то все залутал. Второй этаж есть. Блин, я в таком здании еще ни разу не был. Да, тут интересная, кстати, архитектура. Блин, она слишком открытая. Чё-то ты долго живешь. Я тоже удивлен. Учти, а круг что, не сужается? Чё-то мы забыли про него совсем. Ну, круг, кстати, на мне. Там, я не знаю, ты можешь нажать на М, посмотреть? Не. Нет, к сожалению. Это было бы читерски, я бы тебе смог какие-то координаты там показывать, давай, наверное. А, ну да, говорить, куда идти там. Нет, так. Тут слишком много всего. Тут зашкериться можно в любой точке. Ну да, я просто хочу посмотреть, не заныкался ли тут кто-то. Так, бери энергетик, пошли. Я все хочу умереть, но все как-то не получается. Я пошел туда на выстрелы. А, это чувак по мне начал стрелять, и мой изначальный план ушел в тартарары. Все, я выдвинулся. Там рукоять, по-моему, была на этом контейнере желтом. Да, ну хрен с ним. Да, здесь, конечно, тут столько. Понимаешь, чем пизже графон, тем хер ты найдешь кого здесь. Да, реально зашкериться. Да, там надо через мост перебираться будет. Вот здесь мне точно конец, потому что я буду идти через мост. Смотри, там поле уже. Угу. Поле, но оно еще не должно сужаться через минуту. А у меня нет этого показателя. Я не могу тебе. Да, я этого не вижу. Я вижу карту. Понял. И вижу твои жизни, все. Все, тогда будем по краю обходить. Подожди, а на эту штуку можно забраться? Можно, да. А что тебе это даст? Ты успеешь сбежать? Ну, сбежать я уже не успею, на нее можно забраться. Просто имею в виду, что на будущее можно там, если что-то сесть. И там кто-то мог оттуда стрелять. Поэтому он мог нас видеть. Аирдроп, кстати. Да, там видел. Падал, да. Ну... Вау! Блядь, я сказал, он... Где он? Наверху, что ли? Вон, справа, справа, вон, справа, крыше, белый дом, справа. Справа видел. Белый дом. Он там сидит. Вот где, да, у меня, где я умер, там он сидел, сука. Видел, видел. Притом он с какой-то хуйни по тебе гасит. Это не оптика, это не тот чувак, это другой уж. Да, вон он. Вон он бегает, бегает, да, по крыше дома. Теперь хотя бы, видно, блядь, где кто находится. Ну, все, я короче, не, я просто, моя цель — это убить его. Давай, кто хитрее, 17 человек. Так. Ебать. Воу, что там за взрывы, блядь? Он что-то хитрый. Учти, поле возле тебя прям вот-вот. Да, я вижу. Так, собака, где он там? Знать бы, с какой стороны он будет обходить. Сейчас О, поле, ты в поле, Учти, сейчас умирать начнешь. Да, хрен с ним. Так беги к этому дому. Ты хоть подбеги к нему. К белому этому. Да, конечно, давай. Хотя бы слева. Вон он выбежал, он налево пошел. Налево? Вон там дверь открытая была справа. Я видел, он налево сейчас будет идти. Вон он. Давай, хуярим его! Хорошо. Красава, блядь. Ну, правда, мне конец. Ну, ладно. Все. Не, так ты можно уходи. Или... Я не убегу, там поле, смотри, оно через мост бежит. Бля. Ты не знаю, видишь поле или нет? Да, оно вижу, вижу, синее, да. Ты хоть подойди, полутай его пока. Дагестанской свадьбе. Ну, да. Ну, ты отомстил, по крайней мере, ты его вынес, блядь, как черта. Да, да. Что-то он слабый оказался, несмотря на то, что он достаточно далеко дожил и... ну, может, я умру уже. Ага, спасибо. Где же человек, блядь, а? 8 живых осталось. Номер 7 мы с тобой. 7 это хорошее число. Да. Так. Я думаю, что нет смысла серию заканчивать. Еще попробуем или закончим? Да, да. Нет, давай все же продолжим. Давай продолжим. Потому что у тебя, ты просто наблюдал, так что лучше... Так оно реально эпично. Тут даже наблюдать интересно, понимаешь? Как это смотрится все. Ну да, там, смотри, уже 5 живых осталось, там уже осталось по мелочи. Опять, практически до финала дожили. Он, этот парень, он нереально слабый. Он почти меня вынес, но последний патрон он просто не смог попасть. Да. У него это наперед стрелять или что-то еще. Но это не тот снайпер, кто по тебе стрелял, другой чувак. Ну да, мне кажется, тот, он был где-то сверху. То есть на эти штуки я думал, что нельзя забираться, оказывается, можно. Можно, можно. Ну что, попробуем еще раз тогда.
Да, давай. Давай. Надо крикнуть, мама, я в Ютубе, на самом деле. Мама, я лечу. Смотри, видишь, куда я лечу? Набрал, вот слева два мостика и вот справа здание. Я предлагаю высадиться там и посмотреть, что там у нас имеется. Да, хотелось бы. Это не тот мост, куда я говорил больше, не горю. Нет, тот мост, он вдалеке. Хорошо. Жень, тут ни хера не... А, вон здание большое есть, да, два даже. Нет, тут два здания, и вдалеке стоит одинокий домик. Я пойду, наверное, на домик одинокий, ты посмотри здание. Лучше бери эти два здания, я один не залутаю. Тут и машина. Ладно, давай. Там впереди, чуть впереди, там есть еще два домика, туда падает два тела, так что нужно быть предельно аккуратными и готовиться к войне, так что на пределе. Окей. На пределе. Это если же один дом. Я возьму тот домик, потому что он ближе к ним. Ты давай. Скрывай сам. Я верю в тебя. Я верю. Знаешь, я иногда сам в себя хочу поверить. Нет, нужно верить. Я в себя хотеть. Очень. О, вот отлично. Пистолет. Там чувака с кулаков забили. С кулаков забили. Ой, бля. Да. Совсем зашкварно. Синие брюки, да. Давай. Мы практически, да, тоже забили, о, парня. Нормально. Пошел броник. Скорее. Броник какого левела? А, это рюкзак. Господи. Пошел, забирай. Так, тут осколочная. Давай перезаряжай. О, сайга. Сайгу я люблю. Энергетик. Сайский жилет второго левела. Все, я бегу к тебе. Ну, если что, у меня есть Карел, мы уже относительно в плюсе. Еще бы найти прицел, было бы хорошо. Так, сайг... Ой, это у тебя там стрельба или это что-то упало у тебя? Не-не-не, это... Я ничего не слышал. Это, возможно, с твоей стороны. Ладно. Ты и только первый дом, да, лутаешь? Да. Я пошел туда во второй. Бинты заберем, пожалуй. Так, чепушила, там аккуратней. Энергетик. Сколочные гранаты заберем. Бинты, прицел. Прицелы теперь часто падать вообще стали. До этого вообще не, было не найти. Добавили, тут, наверное, да. Есть дополнительный патрон. А, для дополнительный магаз для Скорелла тоже подходит. Ты красный дом тут лутаешь, да, соседний? Ну да, который рядом с тобой. На втором этаже есть шлем для тебя. Красный коллиматор и голографический прицел. Их реально так много падает. Беру. Есть дробаш наверху. Чокбор, не знаю, что это. Закрывай эту хуйту. Так, на втором ты говоришь, да? Да, на втором. Еще один чокбор. О! Красный коллиматор или голографический? Наверное, красный коллиматор возьму. Да, да, бери красный коллиматор. Это, в принципе, и то хорошо. Ой, хорошо. Слушай, ну это прям фанаты батлы делали, серьезно. Ну такие один в один, вот просто один в один. О, шлем. Хуя да, чё? Да, подбирай. Все, я в бронике, я в шлеме, я нормально так сойдет. Пойдем, то пойдем отсюда. А второго броника не было там? А, нет, не было, к сожалению, я бы сказал. Жалько. Ну, тогда валим. А коллиматор голографический тебе там... Не, у меня уже есть. Я какой-то взял себе, мне этого хватит. Ладно, побежали. Так, вот теперь давай. Надо осторожно, реально. А вот смотри, в домике есть в дальней. Слева будут пара человек. Они там однозначно летели целенаправленно на пару домиков лутали. Здесь, помнишь, здесь мы чувака расстреливали, который на тачке проезжал? Да, это было классно, конечно. Вроде карта большая, на места не те же падаем. Ну да. Потому что они пустынные. Пустующие. Так. Блять, самое обидное, что у меня сайга, это ближний бой. Да. Да, вот это, конечно, минус. Вон, смотри, домик есть, конечно, можно попробовать идти его посмотреть. Давай. Думаю, многое мы не потеряем, а может быть, даже приобретем. Мы, если что, прямо на краю круга, можно будет там двигаться к сужению. Так, ладно. Так, есть рюкзак. Он мне показался, или был жилет? Нет, показалось. Нет жилета? Не с жилета. Камуфляж, ух ты. Бери. Охуенчик. Правда, белый камуфляж, так. Это просто абсурд. Еще прицел, да сколько вас здесь? То вообще не тут смотри. Ты смотри не только на пол, потому что я пистолет еще на это самое, на столе взял. Да? Угу. Вот, бинты возьми. Да, бинты надо. Так, чепушил, никого нет вроде? Ну, я пока никого не вижу. Фу, хорошо. Нет, не двигается, ладно. Что по карте у нас? Нам нужно двигаться в том направлении. Пойдем. Давай. Как раз таки там возвышение. Справа у нас же. Там справа городишко, между прочим, поэтому смотри. Ну и городишко, там пара поселков таких. У нас не очень дачная позиция, нам нужно будет тачку, чтобы мост проехать. Ну, хотя так заберем. Будет, в чем проблема?
Да, найти ее, во-первых, нужно будет. И если кто-то там побежит, поедет, то можно пробовать его поотстреливать. Силой можно забрать, будет нормально. Силой мы заберем, конечно. Силой, ловкостью, умением, выстрелами. Хотя можно не обязательно, что по мосту можно же просто переплыть. Это тоже достаточно. Я думаю, что ты очень будешь палевен, если ты будешь плыть. Понимаешь, ты плывешь, ты ничего не сможешь делать, по тебе просто стреляют с любого оружия. Ну да, да, но они могут тебя и не увидеть там. Ой, мы не в хорошие места с тобой бежим. Там очень много домов и, наверное, очень много людей. Нет, я вот чисто этот домик захотел. Мне он понравился. Пойду тогда первый этаж посмотрю, посмотри, второй. Угу, да. Никого у нас нет. Рисковая хуйня, на самом деле. Да. Ну, в этой игре кто не рискует, как говорится, он нашел... Бля, ну здесь так обстреливать этот дом можно. Вот сверху просто видно идеально. Вот. Ты как на ладони. Так, я восьмикратку нашел. О, здесь броник второго левела. Бегу. Давай. 7,62 тебе нужно? У тебя есть? Так, жёг, 7,62. Кстати. У меня, не понял, у меня... Не, ну мне 5,56. Ну возьми на всякий случай. Да, я взял, пусть будет. А, погодь. Ружбаечка ты... есть, кстати, на нее неплохо по прицел поставить. Я уже взял, у меня уже есть прицел. Так, на секундочку. Дай мне, пожалуйста, патроны на нее. Какие надо? 7,62 как раз. Давай. Держи. Я выкакал. Спасибо большое. Ну все, у нас есть снайперка с восьмикратным прицелом. Пиздарики. Да, такая позиция. Тут хуевая позиция. Ты посмотри, как тебя видно. Тут я не буду, конечно, этого делать. Ой, замечательно. Ну все, пойдем, теперь самое главное, случайно не выстрелить. Да, и не умереть по тупости. Да. Ну, по-умному нельзя умереть. Сейчас вот здесь вот присяду, вот здесь здание прилягу. Давай. Никого не видно в здании. Никого не видно. Ты мосты просматривай, там все видно, бля, охуенно. Да, кстати, мост. Хорошая тема. Я тоже лягу. Че, как лежится, здесь... нормально? Вообще, знаешь, холодненько немного на земле. Ой, мне бы дальность просмотра побольше. Вообще ни хрена не видно. Только благодаря прицелу, конечно. Так, ты не видишь каких-нибудь шевелений? Шевелений нет, пока не вижу. Вообще-то надо бы нам двигаться, наверное, уже куда-то, да? Как-то, ну, куда-то. Как сказать, нет, там у нас еще есть куча времени. Так что можно пока что подождать. Попробуйте кого-то высмотреть. Вот тень, смотри, вот тут хорошо тенечек. Дверь закрываем, пожалуй. И спокойненько сидим себе. Так, самолет летит. Может быть, на нас кинут аирдроп. Вон он упал. Да, а он падает на просматриваемую площадку, интересно. Я думаю, с твоим восьмикратным прицелом тут все просматривается. Блин, тебе бы вышку какую-то занять, вот это было бы хорошо. Было бы идеально, я не спорю. Да. Что-то я слышу какие-то звуки подозрительные. Так, ну ты, по-моему, ты шевелишься. Думаешь? Может быть. Ну, я сейчас посмотрел. Так, ну мост, на мосту никто не перебегает. Сейчас берег просмотрю. А аирдроп, смотри, где падает? Он залагал, что ли, нет? А падает. Да, он лагает, он упадет. Это ближе к городу упадет. Но у нас пока время есть до следующего сужения, так что можно немножко потусить здесь. Попробовать все же, как я уже неоднократно повторил, кого-то высмотреть. Но на удивление вообще никого нет. Вообще никого, да. 67 человек. Уже 6. Все равно никого нет. По-любому, кто-то должен пробежать по этому мосту. Вот кто-то обязан пройти по мосту. Мост, конечно, адское палево. Ты прикинь, сколько людей мониторит мост помимо тебя. Ну да, да, я тоже так думаю. Сейчас попробовать сверху, там с той стороны посмотреть кого-то. Но в воде никого не вижу. Никто не хочет. Я с Сайгой, конечно, тут эпично смотрюсь. Я, блядь, с Сайгой именно это вот победитель по жизни, понимаешь? Пиздарики, блядь. Я понимаю. Типа еще какой-нибудь. Так, дроп, аирдроп упал. Но я его не вижу. Он, видимо, где-то за домами упал. По-моему, сзади стреляют. Или это ты в дом врезался? Это я шебуршу. Жутковато. Нет, я думаю, надо куда-то передвигаться. Да, на месте сидеть, конечно, не вариант. Это глупо. Буду так посматривать время от времени. Ты хочешь сказать, что нам реально на мост надо, да? Не, на мост мы не пойдем. Это слишком палевно. Пойдем по воде.
Дед тоже не очень, но это лучше, тем более она темная. Хороший так, мост, на самом мост. Деле. Жалко, заминировать нельзя, да? Заминировал, посмотрел, как кто-то проехал, бабахнул его. Вот это было бы найс. Справа. Вот тут, Жень, смотри, ляг, вот здесь вот. Хорошая позиция, в принципе. Так, значит, повыше сейчас. Хотя, если с домика нас пропали, это будет жестко. Я слышу, кто-то стреляет. Кто-то впереди. Возможно, это в здании. Блядь. Очково, да? Очково. Там, смотри, там нам, мы, по идее, сейчас будем двигаться в город. В городе я со снайперкой ничего не сделаю. Там можно перейти, даже не переплыть, я смотрю. Так, ладно, пойдем. Хрен с ним, здесь можно долго стоять и саться. А можно пойти и всех нагнуть. Слева. Пока ты думаешь кого-то нагнуть, там уже кого-то нагибают. Уже 56 человек. Было 67 очки. 67 было. Вот посмотри, вот те дома красные слева. Там наверняка кто-то есть. Да, вон те вот. Движения я не вижу. Там, если чисто вот так вот в окно, я никого не вижу, но чтобы кто-то шевельнулся. А шевелений я никаких не наблюдаю. Сейчас я посмотрю еще сам город. Ну, кто-нибудь шевельнитесь. Вот если в комментариях напишет, кто-то шевельнулся в окне, серьезно, это будет некрасиво, ребят, потому что я в окне вообще никого не вижу. Так они, если увидят, они же самое, скажут тебе тайм... Так, вижу, как он там называется? Да, та, время скажут, где они увидели. Так, я вижу, есть на одном этаже крыша открытая, но там никого нет. Так, следующее сужение будет, ну, мы практически... На да, надо все-таки в круг зайти, наверное, будет. Я думаю, лучше, знаешь что, пойти по левой стороне. Подняться наверх. Давай. Я со своей сайгой, блядь, прикрою тебе жопу. Не переживай, блядь. Хорошо. Сайга, это ну, наше все. Главное, поплыли, ёпта. Спокоен. О. Блин, я под водой пошел на секунду. Как мы палимся, наверное, плывя, ёпта. Да. Дай бог, чтоб никто не заметил. Никто, кроме нас, воду не просматривает. Ага, пираньи только нет, ловок, да? Будет очень некрасиво, за пятки не кусают. Слева домики, мне кажется, слева кто-то может быть. Тебе не кажется, какая-то как пыль притупилась? Как пыль, мы вылезли, какая-то пыль появилась. А, нет, нет, ну у меня все на минимум, я даже если она появилась, я не увижу. Вышки, смотри, вон там раз. Бля, тут место такое, пиздец. Да. Сука, сейчас как на ладони. Слева домик верхний открыт, который есть второй этаж. Вон дерево, смотри, внизу. Большое такое, хорошее, с тенью. Так, давай. Туда вот и надо, наверное. Вот очень неприятная ситуация, потому что слева город. Там по-любому кто-то есть, и, по-любому, скорее всего, он к нам придет. Давай, может, попробуем все же туда зайти, взять хотя бы один дом. Давай, посмотрим. Вон домик есть со вторым этажом неплохой. Да, вот его, кстати, и лучше всего взять. Давай мы этим попробуем заняться. Там дверь я видел открыта на этом втором этаже. Да, давай попробуем заняться. Думаю, не страшно. В эти лучше не будем заходить. Тут вот дверь, здесь дверь закрыта, но внутри открыты двери. Так что сюда лучше не заходить. Так, тихо. А вот там вот сыкотно. Если что, у меня сайга, не переживай. Я понял. Сайга решит все проблемы. Так. Дверь открыта, да. Ну тут никого заходи, нет. Закрывай. Так тут нет подъема на второй этаж. Не, здесь есть, есть сзади. Нет. В смысле? Вот здесь вот. А, я не с той стороны зашел просто. Да, понял. Ну тут такая себе позиция на самом деле. А, здесь не все просматривается. Нас вынесут, блядь, с этих сраных гор только так, если что. Да, да, горцы. Но они туда... Блядь, они оттуда будут бежать в нашем направлении. Скорее всего, кто-то вот в этом доме может быть. Движение я не вижу. Да. Либо в том направлении. Я попробую там посмотреть. Игра, конечно, пипец очковая, серьезно. Вроде не хоррор, но страшно. Да, да. Я читал комментарии, тебе писали, что Олежа, с тобой любой хоррор хорош. Особенно такой. Так, выходим, я дверь открыл. Да, да, пойдем. Давай вперед, пойдешь с сайгой. А, естественно, бля. Я же как раз с сайгой хожу, чтобы вперед идти первым. Как же у нас контактный бой будет. Так что, если что, желательно тебе держаться впереди.
Контактный бой за стикеры, блядь, сейчас скажи, да? Дверь открыта. Ну, это был бы вконтактный бой за стикеры. Вормикс, епт. Да я слышу, стрельба уже идет. Да, слева садят. Там в дверях я никого не вижу. Давай тогда. Тут дверь, дом насквозь. Иди, товарищ, к нам в колхоз, написано на стенке. Ну, мы пришли. Так, ты закрыл, да? Да. Боже, были, дверь открыта, вон входная, видишь? Да, я закрою ее сейчас. Ты хочешь окочуриться в этом доме? Нет. О, калибр заберем. Не очень хочется. Так, мотоциклетный шлем, патроны нет, не нужны. Ладно, что, пойдем отсюда? Я хочу просто проверить дом, чтобы здесь никого не было. Чтобы нам в спину не выстрелили. Окей. Дверь закрываем, да? Да, слышу, ляпает. Да. Ой, при том хорошо ляпают. Да, слева. Попробуем посмотреть. О, чердак, ёб твою налево. Да. Хороший чердак, слушай. Добро пожаловать в нашу деревню. Справа. Справа, мне кажется, слева. Это за домами где-то. То есть за горами, точнее. Справа чувак сейчас и слева стреляет, они перестреливаются. Он там что-то бомбануло. 9 миллиметров. Бомбануло. Ой, возле нас что-то вспышки какие-то под домом. А, это там вдалеке взрывы идут. Да, взрывает самолет. Ну, я видел это. Так, ладно, что, пойдем отсюда. Дом, в принципе, да, чист. Да, надо сваливать. Чокбор, что такое чокбор? Я тоже не понял. Ну, я знаю, на дробовик он ставится. Вот что он делает, я так и не выяснил. Да, возможно, поставлю. Дополнительный патронтаж, чтобы больше патронов можно было таскать для дробовика. Женя, ты как пуля, блядь, серьезно, я не успеваю с тобой. Всю, как молния, нахуй, вообще не видно, не слышно. Так, ну, выходим. Давай, выходи. Стачка. Блядь, заходи внутрь. Зашел. Заходи. Где она припарковалась, слева? Второй этаж, она едет. Блядь, я опять не видно. А вон он уехал. А, уехал? Да. Ну, блядь. Может, он кого-то привлек? Было бы неплохо. Ну, нас, например. Не. Такс. Дом какой-то. Ты знаешь, даже в RZ мы так не шкерились, когда играли. Там зомби были, допустим, там, понятно. Ну, зомби-то ладно, это не так. Страшнее люди, люди страшнее любых зомби. Так, 2 минуты, будет сужение, надо валить отсюда. Да, пойдем. Самое главное, чтобы спину не убили, а вот чего опасаюсь. Самое обидное, что ты не успеваешь даже сделать ничего. То есть валят как вот все. То есть повоевать у тебя нету, не успеваешь по времени. В основном сразу же в голову садят. И что это конечное. За чернота? Что ты нашел, блядь, за места такие? Ладно, пойдем. Да, валим. Сиси мять не будем, что побежим через 2 минуты сужения. Возможно, там... Сужение. Возможно, там чувак, который на тачке проехал. Так, давай, наверное, как-то... Блин, мы на таком... Блядь, поле, да, столько шкерились, бегали по углам. Выбежали, сука, на открытое поле. Вон дома, про которые я говорил, на которых можно поснайперить. Тень, я вижу тень. Надо в тень бежать. Бегу. А, вот те дома ты, Миша? Да. Я там с горы спускался. Но мы там... еще не вошли с тобой в... Блядь, там справа смотри, сколько окон, пиздец. Вдруг мы попробуем зайти, сейчас я попробую просмотреть крыши. Но одна крыша открыта вроде бы. А, нет, это окно. Давай слева бежим, потому что у нас сужение через минуту. Давай. Вон, смотри, вот так вот по левой части пройдем. Я слышу стрельбу. При том, с глушаком стреляют. Где-то, да. Давай чуть поправее держаться за деревьями. Ты хочешь сказать, что нам надо в те здания здоровые? В идеале подняться, закрыться, и мы в шоколаде. Тут слева в этом доме кто-то может быть, кстати. Давай лучше его проверим. Я попаливаю, да, периодически смотрю. Лучше его прочекать, я считаю. Слышь, чтобы нас не прочекали. Нас, если прочекают, то будет очень больно. Давай просто в окна. Давай ты в левое окно, я в правое. Окно выбито. Ой, это кто? Где? Меня здесь нет. Кто-то стреляет. Забегай внутрь. Сейчас открою. Внутрь чего? А. Заходи, вот, в дом. Либо кто-то долбил, либо хуй его пойми что. Ой. По нам, не по нам? Я не знаю. Нет, по мне не попадали. Я просто слышал очень близко. Так, ту-дух, такой звук, знаешь? Угу. 9 миллиметров. Я слышал такое. Вот тут, вот это окно открытое. Вот однажды меня через него убили.
Так что нужно быть предельно аккуратным и желательно вот. Бля, 10 секунд. Ну хотя, в принципе, мы нормально находимся. Мы в кругу, не страшно. Понимаешь, некоторые деревья и кусты тени, они странно глючат. То есть тень то черная, то яркая. Это как, кажется, как будто тело движется. Знаешь, как говорится, нет теней, нет проблем. А, да. Серьезно, да? Что-то подозрительный звук. Мы с тобой хотели двигаться дальше. Да, давай, надо в те вот здания. Ты про мониторинг с оптики? Я посмотрел, там окна, и мне это ничем не дает. Ну тогда напролом бежим тогда, потому что сейчас ужас все будет. Ну, сейчас, так, давай-то выходи. То есть опять парня с айгой ты посылаешь, блядь, на смерть верную. Справа посмотрел, нет, слева. Все, погнали тогда. Да, погнали, в этом доме вроде бы никого нет. Садят, назад. Машина. Бля, машина сзади нас. Сзади нас, они сзади припарковались на тот выход. Давай сюда иди. Давай, заходи. Закрывай дверь. На тот выход они сели. А, ты смотри эту дверь, я окно. Дверь смотри. Правая дверь. Воу. Он в окне был. Сука. Аккуратно. Только вылези, мразь, блин. Он здесь. Да, я вижу. Он дверь открыл. Они ломают ее, блядь. Не открыл, а. Сука. Ранил. Так, по очереди давай. Да, справа, сам нет. Делай, она убил. Убил его. Я убил его. Блядь. Кого добей? Он ползает. Блядь. Фух. Я буду... Бабы, хули она не стреляла? Ты? Почему она не стреляла? Я ж стрелял. Срань, блядь, сайга ебаная. Я ж убил одного. И смотрю, то есть ты лежишь, я думал, это ты бегаешь возле меня. Блядь, я ее перезарядил, а она не стреляет. Ай, а я увидел, что там возле тебя эмка бегала, и потом ты исчез. Нет, я одного убил. Одного убийства мне засчитали, нормально. Вот идеально, вот начали бежать. Надо было им сейчас приехать и начать бежать. Они ехали, я прям видел, они на синей этой даче, блядь, подъехали прям сзади туда. Да. Дверь ты выбил? И там их, судя по всему, было больше, чем двое, потому что я одного подстрелил, он ползал. Второго убил ты, я, к сожалению, начал перезаряжаться. И... Ты откуда третий? Кто тебя убил? Я не понял. Он зашел, ты лежал, дверь открылась сбоку от тебя, он начал там бегать. Вот, это двери. Он был? Да, это он был. Я думал сначала, что это ты, я не стрелял, потому что там, блядь, неразбериха. Красиво дверь выламываться стала, я даже не видел такого еще. Я не знал, что здесь двери выламываются, на будущее запомним, то, что теперь это не показатель. Ну ладно, давай здесь тогда серию закончим. Да, давай закончим, это было реально красиво, классно. Да, жаль, что не получилось уже добежать до этого города. Всем пока. Все, пока-пока.